Экс-премьер Арсений Яценюк приобрел права на телеканал «Эспрессо» за день до начала протестов на Майдане. Это информация от журналистов страны ЮАЭ. В декларации за прошлый год Яценюк указал опцион на покупку корпоративных прав за небольшую для медиарынка сумму – почти 3 миллиона 800 тысяч гривен. Купил акции компании у жены нардепа Николая Княжицкого Ларисы. Интересна дата договора – 20 ноября 2013 года, то есть за день до начала Евромайдана. И за 4 дня до запуска самого «Эспрессо». Приобрел долю телеканала и глава МВД Арсен Аваков, правда, через супругу. Заплатил свыше 5 миллионов гривен. Договор был заключен через год, в 2014-м. Таким образом, владельцами медиаресурса с недавних пор стали три члена Народного фронта. Княжицкий оформил 30% на супругу. Аваков 40% акций тоже на свою жену, а вот Яценюк 30% записал на себя.